Штадион и Гамбург сегодня на домашнем стадионе. Сейчас готовится подавать угловой навес. Опасный момент и сразу гол! Вот это начало от Гамбурга, пожалуйста, стандартное положение. Очередное у них в этом сезоне феноменальное, конечно. Результативность именно с этого компонента. И, пожалуйста, 1-0. Вот и впереди Роберт Глацель. Большие были вопросы по тому, как он войдет в эту встречу. Он забил в первом круге. Сейчас никакого регги, никакой раскачки, никакого расслабления. На позиции правого приз поля Бленди и Дризи. Номер 36-й. Опять идет вперед Гамбург. На предпоследней тренировке умудрился поскользнуться и удариться. Поясни тех, что можно собрать. Потому что огромное количество травмированных. Сетевые, может быть, немножечко потери не такие значимые, как у Шальки. Это не успевает. И Гамбург, ну, на 9-й-то минуте. Саласар, нет, оставляет мяч партнеру. А пост, ну, ему, может быть, примально много желания у соперников сегодня. Друг мажорной ноте, да еще на третьей строчке в турнирной таблице. Это, пожалуй, чуть позже, потому что Идризи бьет поворотом. И Дармштадт по 14 мячей. У них Пушкович. Глацель. Клуба. Вот сейчас с мячом как раз третий номер. Японец разбегается. Навес. И на подборе тоже Шальке. И мяч летит над перекладиной. Ну вот, пожалуйста. Действительно, со стандарта формально не получилось, но уже после стандарта не проигрывал дома в этом сезоне. Тоже иммиграционного законодательства. Опасный момент. Ох, не попал ли мяч в руку сейчас Чао. Это ВАР будет проверять. Ну а что касается истории с Ята, дело в том, что правоохранительные органы дорожат мячом куда больше. Просто красотища. И до удара доводить Глацель. Вытаскивает Фрайзель. Вот это был уровень. Вот это было круто. С фланга. С улыбкой, спокойно. Самый удачный вариант был выбить вот так мяч. Опасный момент. Лудовит Райс. Чуть выше перекладь. Боковой. Итак, ура. Так как Шальке в прошлом сезоне играл в высшем дивизионе, тоже нелегкая была сейчас задача, не ошибиться, но вот проблема у Шальке. Подача. Гамбург побежал, побежал, набирает скорость Китель. Нет, не так-то просто от Итакуры уйти. Фрайбурга, Чурлинов принадлежит Штутгарту. Вы не представляете, выйдя на замену вместо кого? Вышел на замену вместо Дэни Ла. Здорово. Ята. Ята, прострел. 30-й. Тройка центральных защитников. Камю Айтекина. Тем временем идет атака у Гамбурга. И Глацель. Шальке вперед. Потом... Ничего себе. Ничего себе. Просто на ровном месте Шальке сейчас. Чуть не сравнивает счет. Чурлинов не попадает. Вы посмотрите, что Гена. При этом со словацкими картами. Какой от Кителя. Идеальный перевод от Кителя. Тут, правда, никакого. И ошибается на выходе Йоханссон. Опять грузит направление. Ята, скидка. И мяч покатился. Сейчас, ну, там, наверное, трех где-то минутка, да, у Шальки. Удар у Вияна. Заметался мяч туда-сюда. Китель. Удар штанга. Да. Сони Китель хорош. Гамбург. Китель. Глацель. Танец с 29 на 6 строчке. Четвертым. Шальке. Это вообще отдельная программа у нас сегодня. Ох, момент! Итак, ура! Едва-едва Шальке счет не сравнивает. Дает Гамбург в своей штрафной, но вот пробить уже у Шальки еще можно попытаться усилить давление. Волили Айдыну пройти. И Такура разворачивается, падает на мяч. Здесь можно продолжать играть. Начинается столкновение между Итакурой и Кителем. И еще один не проходит. А ну как, еще один, может, пройдет. Сделал. Пока его гол по-прежнему остается победным на второй минуте. Здесь должен Джамера не позволять этого делать. И неожиданно Шальке все-таки отыгрывается и забивает. Кто забивает?
Итакура! Японская веточка-выручалочка, не палочка, а именно веточка-выручалочка Итакура. Вот это да! Ну как же так спокойно? Палсон. Итакура. Минуты.